Уважаемые граждане, прослушайте информацию о свод о мерах безопасности при пользовании пляжами и местами массового отдыха у воды. Отдыхающим у воды запрещается купаться в запрещенных местах рек, озер, водохранилищ, прудов и иных водоемов, загрязнять и засорять водоемы, распивать спиртные напитки, входить в воду и купаться в нетрезвом состоянии, заплывать за буи и другие знаки, обозначающие границы заплыва, подплывать к судам, весельным лодкам и другим плавсредствам, взбираться на технические предупредительные знаки и буйки, прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, других сооружений, а также в местах, где неизвестна глубина и состояние дна, использовать спасательные средства и снаряжение не по назначению, плавать на досках, лежаках, бревнах, автокамерах, надувных матрасах и других предметах, организовывать игры в воде, связанные с нырянием и захватом купающихся, а также допускать другие действия, которые могут явиться причиной несчастного случая, подавать ложные сигналы тревоги, оставлять малолетних детей без присмотра. По Лицкому району в этом за текущий год уже погибло 2 человека. Предупреждено более 300 человек. Все предупрежденные, как правило, либо купались, либо находились в запрещенных местах. На нашем Лицком озере в этом году было спасено 4 человека. Это те люди, которым понадобилась медицинская помощь.